23 мая в Ледовом дворце спорта состоится церемония закрытия юбилейного 30-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Для удобства горожан и гостей Самары будет усилена работа общественного транспорта, информирует в своем телеграм-канале городской Дептранс. По окончании мероприятия к остановке общественного транспорта, дворец спорта и цирк в 21:30 подадут автобусы маршрутов 1, 24, 34, 37, 41, 47, 50 и 67. В администрации Кировского района состоялось праздничное мероприятие для выпускников детей-сирот по случаю окончания школы. Ребят поздравили заместитель главы района и сотрудники опеки и попечительства. Вручили им сертификаты и выразили слова благодарности родным и близким воспитанников. Фотоотчет можно посмотреть в телеграм-канале администрации Кировского района. А в телеграм-канале администрации Самары напоминают, что до 30 мая этого года можно проголосовать за преображение своей любимой территории. Благоустройство объектов проходит в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». К примеру, сквер академика Кузнецова является популярным местом досуга молодежи, родителей с детьми и людей пожилого возраста. Согласно проекту, здесь планируют восстановить пешеходные дорожки, построить площадки для отдыха, установить опоры освещения. Свой голос за территорию можно отдать на платформе 63.городсреда.ру. Открытие дачного сезона – повод вспомнить о правилах безопасности на участках, напоминает в телеграм-канале администрации Красноглинского района и публикует для жителей города памятки, которые помогут отдыхающим безопасно и комфортно чувствовать себя на природе, а также рассказывают, о чем необходимо позаботиться, если вы приехали на дачу с малышом.